Новый пакет реформ глава государства озвучит уже в марте. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Касым-Жомарт Токаев планирует выступить с обращением к народу, в котором обозначит ключевые направления реформ и политической трансформации в республике. Новый Казахстан сформируется на диалоге между государством и народом, отмечает на своей странице Facebook пресс-секретарь главы государства. Также Токаев поручил ускорить работу по модернизации деятельности правящей партии Нур-Отан. Напомним, ранее президент дату своего выступления назначил на сентябрь. Как известно, президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса 11 января заявил о подготовке нового пакета политических реформ, который будет разработан на основе диалога с гражданским обществом и экспертами. В связи с этим глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации. В данном обращении будут обозначены ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию нашего общества.